первую очередь говорим о стандартах. Если у тебя есть этот стандарт, вот именно коллега говорил об ISO 9001, то автоматически у тебя есть доступ идти на европейский рынок. А если ты идешь на европейский рынок, с таким стандартом ты свободно попадаешь и на российский рынок, и на украинский рынок, и на все рынки. А если уже чуть-чуть расширить круг продуктов, которые мы хотим экспортировать, тогда мы уже говорим и о... Например, продукты мясного происхождения, как, я не знаю, яйца, там, молочные продукты, мясо куриное или свинина или другое. Тут у нас больше проблем, хотя на европейском рынок такие типы продуктов мы сможем и как бы можем экспортировать, но у нас здесь нету пока аккредитированных лабораторий, пока у нас здесь нету достаточно опыта в этом области. И вот здесь получается и большие проблемы, и пока мы еще не можем экспортировать. Хотя уже прошло 2 года, мы также еще не успели, ну, по крайней мере, ни одного яйца экспортировать в Европу. Хотя мы говорили об этом еще 2 года назад, что максимум за год мы это все достигнем. И еще проблема, я не знаю, в этой области с нашими предпринимателями, что когда спрос идет на европейский рынок, хотя спрос, может быть, есть или нету, то наши предприниматели тяжелее ориентируются.